Семена клещевины очень крупные и необычные расцветки. Вырастить клещевину достаточно легко. Можно посеять на рассаду, а можно посадить сразу же на постоянное место в сад. Рассада холодостойкая и очень быстро растет. Проблем выращивания уж точно не возникнет. Если соблюдать умеренный полив, посадить на освещенном месте в богатую органикой почву, все будет отлично. Клещевина – это декоративно-лиственное растение, которое в зависимости от сорта бывает зеленой и с темной листвой, но еще у нее безумно декоративные семенные коробочки. Кстати говоря, сок этого растения ядовитый, поэтому нужно быть аккуратным. Но мы же его есть не будем, поэтому выращивать и любоваться можно смело. Это однолетнее растение на заднем плане, вдоль забора, да и вообще, в одиночных посадках будет смотреться шикарно.